Главный документ из рук главного блюстителя правопорядка региона. В пятницу состоялось торжественное вручение паспортов. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Конституции Российской Федерации. Начальник регионального УМВД Владимир Жигалов вручил документ 14-летним жителям Ивановской области и одному иностранному гражданину. Для всех получателей это первый паспорт. Всего к празднику выдадут документ, удостоверяющий личность 200 гражданам. Первые паспорта, которые получают детки в 14 лет, мы стараемся вручать в торжественной обстановке. Конечно, в основном это мы вручаем детям лучшим из лучших, каким-то спортсменам хорошо, которые учатся, то есть чтобы их стимулировать в дальнейшем также ответственно относиться и к учебе, и к работе в дальнейшем. Это же наше будущее, дети. Поэтому мы стараемся почаще вручать. Но сегодня у нас особенный праздник,